Привет, ребята! Привет, мальчики, девочки! Соскучилась по вам очень! Привет, Медиус! Сегодня поздний стрим, да, но я решила, что лучше сегодня, чем не сегодня, не завтра, потому что завтра под вопросом, а я вам очень обещала, что в выходные будет стрим, поэтому вот он стрим. Ну, в принципе, завтра вставать, надеюсь, никому кроме меня рано не надо, поэтому мы поиграем. Вот, завтра, да, под вопросом. Очень у нас такая плодотворная у меня неделя. Я попробую сегодня после стрима записать вам видосик на Boosty. В общем, все расскажу. Покажу, что у меня происходит. Так, ну а мы продолжаем. У нас третий эпизод. Насколько я помню, мы попали в какой-то сообщество, общину, да, в какую-то попали. Сейчас будем вспоминать, ничего не помню. Сейчас разберемся. Ранее в игре «Ходячие мертвецы». Кто, по-вашему, это сделал? Подумай об этом, будь ты карвером, что бы ты сделал? Что самое важное в этом мире? А, в рабство, точно! Это семья, Клем. Таких людей, как Мэтью, осталось мало. Да, Мэтьюс, все, я вспомнила. Точно, точно. Мы там с Карвером сражались, и Уолтера у нас... Не выжил Уолтер. Ребекка, наш ребенок заслуживает, чтобы расти в безопасном месте. Иди нафиг. Мы идем домой. Как семья. Ну, чувствую, серия будет... Ого-го. Мне этот Карвер уже бесит. Моль. Привет, Мансур. Добро пожаловать. Располагайся, мы только начали. Что, ты на моль хочешь посмотреть? А, дерево смотреть? Вы там закончили? Да, секундочку. Спасибо, что пошла со мной. Тут страшно. Я знаю, что тебя заставили. Но хорошо, что пошла именно ты. Мы подруги. А подруги присматривают друг за другом. Так и есть. Ну, если захочешь писать, скажи мне, я тоже постерегу. Обязательно. Хорошо. Все прошло нормально, девочки? Трой, свяжи их. Будет сделано. Мы подъезжаем. Еще где-то полчаса. Проверьте готовность, а то может подняться волнение. Конец связи. Привет, Сереж. Если я узнаю, что ты тратишь бензин на эту гребаную печку в машине, пойдешь назад пешком. Никак нет. Отмораживаю свою задницу, как и было приказано. Невежливо подслушивать чужие разговоры. Тебя кто-нибудь этому учил? Не буду ему ничего отвечать. Спасибо, Сержо, за ману. Привет, Джон. Не трогайте мою подругу. Не испытывай меня, девочка. Я всегда прохожу испытания. Ты чё, гонишь, что ли? Оставьте её в покое. О, я бы ему врезала бы, блин. Свяжи её, брось к остальным. Это за то, что я промолчала, блин? Надо было его послать. Почему-то мне было варианта послать его. А ты чё меня трогаешь, кролик? Могла бы защитить. Он говнюк, блин. Так, все, я его ненавижу. Ребята, надо его... Что-то с ним сделать. In. Внутрь. Да, Медиус. Все хорошо, ребята? Что он с тобой делал? Эй, он тебя бил? Эй! Эй! Ходячие мертвецы. Медиус, мне не то, чтобы пристрелить его не жалко будет. Я хочу, чтобы его ходячие растерзали. Злобный свинтус. Просто мешок с костями, блин. Я, да, Медиус, я добрая, ты же знаешь. Я очень добрая. Это у нее
Пирсинг такой невнятный. Все из-за тетки. Нашарахалась там по мужикам. Что ж, нужно что-то делать. Давайте, есть у кого-нибудь что-нибудь? Нужно избавиться от веревок. Эй, Клем, помоги мне найти что-нибудь, чем можно снять веревки. Что-нибудь острое, чтобы их разрезать. И как это поможет? Да что с вами, народ? Нам нужно выбираться. Например? Что значит «например»? Что-нибудь острое? Все, что может нам помочь? Да, дурацкую какую-нибудь... Ну, не знаю, что угодно. Мы в очень плачевной ситуации. Нужно что-то делать. Успокойся, Кенни. Они у нас все отобрали. Нужно сохранять спокойствие. Он прав. Ты не знаешь Билла так, как мы. Билла? Все время Карвер. А теперь он нафиг Билл? О, я понял, в чем дело. Вас всех везут домой, не так ли? Так вот в чем дело. Ну-ка, повтори. Держись подальше, мальчишка. Мистер, я не мальчишка. Конечно, нет, ты мужик. Ты не понимаешь, он не такой, как остальные. Он хуже. В каком смысле хуже? Да он же грёбаный психопат. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Он дал мне все понять еще там, на лыжной базе. Я не могу успокоиться и допустить, чтобы он перебил нас всех. Я пытаюсь помочь. Уверен, Уолтер благодарен тебе за помощь. Это нечестно. Ты обвиняешь его за то, что сделал этот псих. Я говорю, что несмотря на его намерения, это последствия поспешных действий, которые, как он решил, помогут нам сбежать. Не знаю, о чем ты, блин, говоришь, но это все фигня. Нам нужно что-то делать. Кенни, не спорь с ним. О, блин, джекпот. Привет, абонент. Сядь обратно, нас всех убьют из-за тебя. Вы даже не понимаете, о чем говорите. Нас держит заперти в какой-то конуре, как старых, блин, собак. Нам конец. Да? Что ж, я уже бывал в такой ситуации. Кенни прав. Нужно что-то предпринять. Нельзя просто так сидеть. Как так получается, что только ребенок все понимает? Это взрослый разговор, Клем. В этом все дело. А, вот это уже разговор. За дверью будет стоять Карвер и еще 10 человек. Тише, тише, малышка, все нормально, все будет хорошо. На данный момент, возможно, Люк наша единственная надежда. Если бы он что-то хотел предпринять, уже бы это сделал. Кто знает, что с ним случилось, всякое могло произойти. Я скажу вам, что случилось. Он нас бросил. Тебе-то откуда знать? Может, его нет с нами, но Люк нам поможет. Правда? И когда же? После того, как эти сумасшедшие мудаки нас убьют? Эй, Клем, слушай. Да, абонент, все те же мертвецы. Мы уже близко. Так, давайте это сделаем. У них оружие, что ты собираешься делать? Я ударю первого говнюка, которого увижу, потом заберу у него оружие и пристрелю следующего говнюка. Просто сядь обратно. Да заткнись, док, решать не тебе. А, слушай, если что-то случится, просто помоги, хорошо? Знаешь, не стоит подставляться под удар, но сойдет любая помощь. Эй, Клем, взгляни на меня. Ты мне веришь, правда? Кенни, пожалуйста, просто прислушайся к ним, Кенни. Да, хорошо, я тебе верю. Я сделаю, что смогу. Отлично. Небольшой страх, это нормально, но мы должны это сделать. Так, я за Кенни. Так, все готово. Кенни! Кенни, ты в порядке? Он в порядке? Кажется, да. О, что это было? Может, это и к лучшему? Так, походу, план пошел по мягкому месту, потому что Кенни в отрубе. Чертовы тормоза уже совсем заколебали нас. Ну же, вперед и с песней. Офигеть, как ты развязал веревки? А ну, живо сюда. Сегодня к нам вернулись старые знакомые. Я знаю, некоторые из вас спрашивают, зачем мы вернули сюда этих людей, после того, как они нас бросили. Кажется, у меня есть идея. Может, вы простите их не сразу, но время залечит эти раны, так что будьте терпеливы и учтите, что они помогут нам улучшить нашу общину. Все ваши чувства, злость, предательство, ненависть, все они неподдельны. Никто не обязан прощать их.
Но все же нам нужно попытаться. Посмотри, сколько у них еды. Это намек? Многие уже знают, что с севера на нас надвигается огромная старая скрытни. Мы давно их отслеживаем. Идем, ты нам нужен. Это может подождать до утра, мы все устали. Просто иди, блин, за мной. Да, Сереж, план провалился. Он мне нужен мой отец. Я не могу, он за мной приглядывает. Он скоро вернется. Что? Не знаю, но он вернется. Спасибо, Клем. А если учесть пополнение в нашей группе, я не сомневаюсь, что мы продолжим расти и крепнуть. Не подходите к ограде. Билл поймет, если вы что-то... Теперь наша задача не просто выжить, а сделать эту общину маяком надежды. Такая себе надежда. Спасибо, Бонни. Да, не за что. И провести свет, яркий свет. Такой яркий, что сможет осветить всю темноту. Этим мы и займемся. Советую отдохнуть, потому что завтра вас ждет много работы и будет не продохнуть. Это для тебя. Да, я уж поняла. Грёбаный Билл выставил меня на холод, но все равно позаботился, чтобы мне было удобно. А, привет, ребята. Реджи? О, прости меня, прости, что они с тобой сделали. Все могло быть хуже. Мне повезло, что меня оставили в живых. Это все из-за меня. Не выдумывай. Я бы сказал, будь это так. Я лишился руки уже после того, как вы сбежали. Сказать, что... Редж нам помог. Когда мы сбегали. Что случилось с его рукой? Не знаю. Мы сбегали все вместе. Но потом он упал, а все остальные продолжили бежать. Тогда у него еще было две руки. Меня послали работать за ограды. Там на меня набросился скрытень, пока я что-то прибивал. К счастью, он мне быстро ампутировали руку. Это спасло мне жизнь. Это ужасно. Мне так жаль. Слушайте, я сам решил помочь вам, ребята. Элвин, Карвер хочет видеть тебя в офисе. Что? Ну зачем? Не усложняй, уже слишком поздно. Нет, ну пожалуйста. Не бойся, Бекка, просто поспи. Если бы он хотел что-то со мной сделать, давно бы уже это сделал. Со мной будет все в порядке. Пойду узнаю, что ему надо. Да, согласна, Медиус, эти говнюки уже надоели. Эй, Реджи! О, привет, Трой! Не облажайся на этот раз, Билл уже почти решил вернуть тебя назад в группу. Проследи, чтобы сегодня все было тихо и спокойно, я передам Биллу, как сильно ты нам помог. Да, можешь на меня положиться. Спасибо, Трой. Не стоит благодарности. Блин, Бонни, хочется пнуть ее прям. А, да, позволь мне вас познакомить. Мы были с этой группой, когда нас поймали. Привет, я Реджи. Это Сарита. Привет. Это Кенни. Да, привет. О, привет, а тебя как зовут? Это пугает меня. Меня зовут Клементина. Рад знакомству, Клементина. Где Карлос? Билл уже отправил его в лазарет. О, ну ладно. А Пит? Может, побазарите утром? Походу, Пит убит. Завтра рано вставать. Кто это? Не знаю. Я не узнаю его голос. Без проблем. Прости. Так, это Майк. Он ведет себя как мудак, когда хочет спать. Но, как я уже говорил, он спас мне жизнь. Так что я терплю его. Это он работал за оградой вместе со мной? Мне так жаль. Да хватит извиняться, я сам решил вам помочь. Кроме того, Билл сказал, что позволит мне вернуться в группу, когда поймает всех вас. Так что я рад вас видеть. Это была шутка. Я знаю. Но он действительно так сказал. Кто она? Ты про кого? Про вон ту девушку. А, ну да. Ну, в общем, она трындец какая странная. Ее нашли у лагеря, она вся была в крови и кишках. Перестаньте пялиться на нее. Я знаю, что вы думаете, но здесь не так уж плохо.
Реджи. Нет, я серьезно. Где еще вы найдете столько еды? У нас полно консервов. А еще мы поставили парники, в которых растем овощи. С каждым днем здесь становится безопаснее. Благодаря труду рабочих, но это временно. А еще здесь есть рабочие солнечные батареи. Давно вы не пользовались электричеством, верно? Но мы только что пришли из домика, в котором были... Я с вами не соревнуюсь. Я просто говорю, что здесь не так уж плохо. Мы создаем нечто великое, ребята. Настоящую общину, и все это благодаря Биллу. Ну да, ну да. Это не заглаживает ее вину, Реджи. Это место похоже на тюрьму. Какая же ты пессимистка. Она права, Реджи. Послушайте, очень скоро меня примут в группу, а когда это случится, я прослежу, чтобы вам здесь было комфортно. Комфортно? Что ты городишь? Я просто не хочу, чтобы все испортили. Я много работал, чтобы меня приняли в группу. Можете постараться не создавать проблем? Может, я договорюсь, чтобы вас вытащили отсюда? Ну уж нет. Да, Клем, трындец как права. Давайте обсудим все утром. Просто поспите, а утром мы поговорим. Не могу поверить, что слышу это. Послушайте, у Билла были все причины убить меня после того, как я вам помог. Но он этого не сделал. Да, я не знаю, что произошло, пока вас не было, но он дал мне второй шанс. Я уверен, что он даст его и вам. Реджи, мне не нужен второй шанс. Я хочу жить со своей семьей, и все. Здесь твоя семья будет в безопасности. О-оу, мне нужно присесть. Да, пойдем. Сара, можешь посмотреть, есть ли тут вода? Ладно, есть, она возле скамейки. Все пошло не по плану. Хотя у меня и не было плана. Да, нафиг этого парня. Не думаю, что мы можем ему доверять. Слишком уж он спокойный. Думаю, он просто напуган. Мы все напуганы, но тем не менее, мы, в отличие от него, дружим с головой. Тебе следует осмотреться. Нам нужно узнать, можно ли как-то отсюда выбраться. Нам нужно во всем разобраться. Да, я посмотрю. Этот грёбаный Трой ушел, нам пора действовать. Не беспокойся за Реджи, я отвлеку его. Привет, Волксвак. Добро пожаловать. О, осмотреть дыру? Не, мы пока не будем смотреть дыру. Так, ну давайте тут погуляем. Там спящий... А, блин, они оба спят, я хотела с теткой поговорить. Статую рыбы? О, давайте посмотрим. А, это рыба, я думала, мусорные пакеты. Ой. Да, блин, жалко, что тетка спит. Я хотела поболтать с ней. Мне кажется, она классная. Так, ну, с ней мы не будем смотреть женщину. Так, нет, мы с Майком не будем разговаривать. Ну, как обычно, начнем слева. Сейчас тут все осмотрим. Туда нас не пускают, да? Ну и ладно. Мы пойдем другим путем. Так, хорошо. О, там тоже кто-то спит. Ник спит. Это какой-то другой Ник, не наш Ник. Она же был в группе Ник. Он, по-моему, был раньше. Так, давайте полки осмотрим. Выглядит хрупко. Да-да-да. Так, тут что? Ой, а это что? А это Сара. Так, эти тут сидят, пусть сидят. Что там? Навоз. О, навоз тут есть, чтоб тепленько нам было. Или это человеческий навоз? О, выглядит дерьмово. Да, я бы сказала, выглядит навозно. Можно заменять слово «дерьмо» словом «навоз». Там ваза. Где ваза, Сереж? Что-то мы посмотрели, ничего не увидела. Ограда. Посмотреть на ограду. Выглядит довольно крепкой. А если ручками, ручками? Ну, я, конечно, не рассчитывала. Эй, Клем, ну же, не делай так больше. Да она не делает ничего плохого, Реджи, расслабься. Как я могу расслабиться, когда она здесь ходит и трогает все подряд? Ой, уж прям и потрогать нельзя. Осмотреть. Давайте шланг посмотрим.
Хо-хо-хо, привет, Октар. Спасибо тебе за эликсирчик. Спасибо большое. О, веревочка. Она слишком тонкая, по ней неудобно. О, лестница еще есть. Можно, кстати, на ограду, а потом на лестницу, может быть, запрыгнуть. Клем думает о том же, о чем и я. Ну да, потому что тут не перелезть, тут Ouch. проволока колючая. Да, будет больно, я с ней согласна. Так, а что тут еще-то наверху? Ну да, лестница, мне кажется, это вариант. А что ты? Иди направо, спасибо. Так. Что тут есть еще? Створка. Давайте посмотрим на створку. Reminds me of the Напоминает мне jewelry ювелирный магазин. А потрогать створку? Сейчас опять этот заорет. Клементина, ну пожалуйста, я уже очень вежливо попросил мне. Эй, что она творит? Ой. Да ничего, это же дети. Они любят не слушаться. Я дал тебе всего одно задание, Реджи. Ты меня расстроил. Придется доложить об этом Биллу. Да пожалуйста, не надо. Эй, успокойся, мужик. Ты закрой свой рот. Я тебя не знаю. Ой. Ой. Зря я, да? Да блин, папа! Я просто дверь подергала. Что началось? Ты облажался. Билл об этом узнает. Трой, ну не надо. Да иди ты нафиг, Реджи. Это плохо отразится на твоей репутации. Устраивайся поудобнее. Я пыталась помочь, она ведь ребенок. Тебя никто не спрашивал, индианка. Эй, ничего. Я и правда индианка. Все живо спать. Йой. Похоже, не все хотят уходить отсюда. Нам самим придется придумать план побега. Ты готова? Решать тебе. Конечно, я готова. Хорошо, отлично. Уверенность — это хорошо. Хорошо, что ты относишься к этому с ответственностью. Поспи, а я пока 20 раз скажу слово «хорошо». Хорошо, хорошо. Все хорошо, хорошо. Прям подумаешь, я просто дверь подергала. Я действительно ребенок. Маленькая девочка. Дернула пару раз дверь, подумаешь. Нормально. Чтоб тебя так будили каждое утро. Don't kick Не me. пинай меня. It's rude. Это грубо. Get up. Подъем, Билл хочет с вами поговорить. Чтоб тебя так жена будила, блин. Трой идиот, согласна, Сереж. А Билл идиотский идиот. Вдоль ограды увеличилась активность ходячих, так что будьте внимательны там, за стенами. Этим утром стадо подобралось к нам чуть ближе, но это не значит, что мы попадем под удар. И имейте в виду, что мы следим за ситуацией. А теперь... Некоторые люди могут злиться на нас за то, что произошло, как все получилось. Но это же все уже в прошлом. Некоторые из вас — новички в нашем сообществе, а некоторые — его старые члены, которые сбились с пути. Но знайте, что здесь вы найдете искупление, прощение, доказав свою значимость, что, несомненно, требует больших усилий. Да, прошлой ночью Реджи допустил оплошность, но это не значит, что стоит терять надежду. Сегодня у него будет испытание, так что давайте все пожелаем ему удачи. Как спалось? Let Reggie be an example to you all. Я так устала. Хотя не понимает, не отвлекайся. Поговорим потом, ладно? Ладно, хорошо. Было здорово, наконец-то. Да, Карлос! Да? Похоже, твоему ребенку нужно воспитание. Извините, я Сара. Извинись перед мистером Карвером. Извините, сэр. Нет, это ее не исправит. Нельзя мириться с таким поведением в первый же день вашего возвращения. Ты накажешь ее сейчас же, Карлос. И как же вы мне это предлагаете? Хорошая пощечина все исправит. Впредь она подумает дважды, прежде чем открыть рот. Давай, мы ждем. Ты че, офигел, блин? Моя... Но я не уверен, что со своей рукой я смогу... Вот зачем тебе две руки, Карлос? Давай же, и никаких сантиментов, да? Хорошая, сильная пощечина. А иначе Трой сделает это за тебя. Не думаю, что ты этого хочешь. Он может быть слишком рьяным.
Подходящее слово. Если это означает, что нужно выбить из нее всю дурь, тогда... Давай, Карлос. Да нет, не нужно этого делать, она и так напугана. Она больше не будет. Эй, с тобой, блин, никто не разговаривает. Вам лучше сбавить обороты, если не хотите получить с ней заодно, мисс. Да, они книга, но отсылку делают таким образом. Говнюки. О, бесят меня. Извини, пап, прости меня. Закрой глаза, милая. Больно будет всего секунду. Очки бы снял. Давай. Нифига он, блин, долбанул. А нельзя было просто... О, господи, конечно, жесть. Уберите детей от экрана. Извини, сэр, прекрати. Хватит нянчиться с этой девчонкой. Пусть она сидит и думает, что натворила. Трой, отведи Карлоса к месту работы. Всех остальных сейчас распределят. Пора за работу. Офигеть, Дуб. Ну ты дал ей. Все за работу. Будешь работать с вооружейной, иди за мной. Посторонись. Будь все проклято. О, черт. Клементина. Кто это? Одна из новеньких людей, она была с Карлосом, Сарой. А, Сара, лучше бы ее оставили. У нее были проблемы, Бекка. И у нас тоже, мы же не сидим на земле, как дети малые. Заходи, Бонни ждет. О, я буду с кроликом работать. Привет, похоже, ты начинаешь день со мной. Хреновый, значит, день. Мы заряжаем магазины. О, ты молодчина. Я думаю, мне стоит попросить прощения. Я была с вами не полностью откровенна, когда пришла в ваш домик. Вы проявили ко мне такую доброту, которую я никогда не ожидала бы от группы незнакомцев. Но теперь многие мертвы, и я не могу перестать винить себя в этом. Карвер нажал на курок. Это его вина. Да, но я ему не помешала. Я думала, что если именно я найду всех, то смогу все контролировать. Держать всех в безопасности. Но все пошло не так. Я извиняюсь. Это, конечно, немного значит, но это все, что я могу предложить сейчас. Как твоя первая ночь во дворе? Там безопасно? Ты хотела сказать, моя первая ночь в тюрьме? Это не тюрьма, это как, ну, исправительные работы, но ведь их проводят в тюрьме. Да я не знаю, я никогда не была в тюрьме. Не говори никому, я стараюсь держать плохую репутацию. Я собиралась уйти, когда Люк, Карлос и все остальные ушли, я тоже собиралась. Мы были в безопасности, у нас электричество, еда. И почему нет? В смысле, ну, почему не нашла? Если быть честной, наверное, я струсила. Я оправдала это, сказав себе, что легче изменить то, что уже есть, чем начинать сначала. Взять хотя бы ситуацию со стадом скрыть. Это то, что разрывает нашу общину на части. Билл, стадо проходило здесь раньше? Да, случалось пару раз. Мы всегда справлялись с ними. Я думаю, это что-то насчет того, собираюсь ли я уходить. Знаешь, это нелегко держать такую большую группу накормленной, защищенной. Я не завидую Биллу. Думаю, такое выведет кого угодно. Я не оправдываю то, что он сделал. Это... Я жива благодаря ему. Это просто факт. Он убил Уолтера, только чтобы защитить своих людей. Кенни мог убить всех нас, но не убил. Билл вспылил. Обстановка накалилась, он резко отреагировал.
У Люка были планы на то, как все должно быть, но они расходились с мнением Билла. Они уперлись, а у Ребекки появился живот, это все усугубило. Может, Люк был прав насчет него. Вот бы он был рядом. Да, Медиус, знать бы, где холостые, я бы зарядила бы. Эй, Бонни, эта девчонка там? Мне надо забрать ее. Да, она здесь. Ладно, сейчас я приду. Психозлайф, я вижу, что ты здесь. Уверена, все нормально. Ой, я чуть не забыла. Я прихватила это для тебя. Джаков, спасибо тебе огромное за ману. А? Как тебе? Подлизываешься, жопошница? Я нашла ее в доме, где вы были. Думаю, она горнолыжная. Пришлось подождать, пока никого не будет рядом. Да, она классная, мне нравится. Я рада, я подумала, что она милая, но не знала, как ты отнесешься. Оберегись. Думаю, некоторые могут позавидовать такой классной куртке. А, вот ты где. Что это за стрёмная куртка? Тавия. Что? Неважно. Увидимся, Клементина. Пойдем. Светочка, привет, спасибо большое за ману. Следуй за мной, давай. У тебя куртка стремнее, понятно? И прическа у тебя стрёмная. Козлина. Вот пнула бы ее. Подожди здесь, я отнесу рацию вниз и узнаю, что тебе нужно делать. Не трогай ничего. О, сейчас будет ферма, судя по всему. Эй. Ты в порядке? Я знаю, тебе тяжело. Раньше мой папа никогда не бил меня. Даже когда я правда плохо себя вела. Он никогда не бил меня. Он этого не хотел, Сара. Карвер заставил его. Злодей он, а не твой папа. Все запутано, но получается, что тебя ударил Карвер, а не твой папа. Возможно. Что ж, тогда Карвер ударил мне очень сильно, лицо до сих пор безумно болит. Да, похоже на то. Спасибо за попытку помочь. Не знаю, почему люди такие жестокие. Даже когда я по-настоящему злая, я не хочу никому причинять боль. Спасибо, Сереж, за ману. Не облажайся. Да, я понял. Да, Реджи тут главный, ясно? Слушайтесь его. Да, хорошо, без проблем, Тавия. Да, надо убить Билла. Итак, у нас с вами важная работа, ребята, весь лагерь на нас рассчитывает. Давайте я покажу, что нужно делать. Все очень легко. А, да, чтоб ты знала, Билл на меня наорал утром за то, что ты сделала прошлой ночью. Я не злюсь, но, пожалуйста, слушайтесь меня сегодня, я сейчас на самом краю пропасти. Возьмите ножницы. Итак, мы будем собирать эти ягоды, ясно? Открываем и кладем в корзину, все просто. Во время этого занятия, если увидите мертвые веточки, берите ножницы и обрезайте их, складывайте рядом для компоста. Поняли? Слушай, она... с ней все будет хорошо? То, что случилось там, внизу, это просто трындец. Я не хочу, чтобы она взбесила и натворила дел. Она же просто ребенок, ей не поможешь. О, это жестоко, малышка. Думаю, если бы Билл со мной так поступил, я бы тоже немного поплакал. Слушай, с тех пор, как я помог ребятам сбежать, Билл следит за мной. Но нужно сконцентрироваться на работе. Это было неловко. Я больше не буду так делать, а теперь я займусь работой. Да, спасибо. Я думаю, никому не понравится, когда по голове шлепают. Мимыч, привет. Спасибо тебе большое за ману. Так, только не сорвись. Давай режь уже, господи, ягодки. Эй. Here, watch me. Вот, смотри. Сейчас Сара больше сделает, а мы нет. Ну да пофиг.
Это не так уж сложно, Сара. Знаю, просто я боюсь ошибиться. Даже если ты сделаешь ошибку, ну и что с того, не бойся. О, черт. О, нет. Антарес? Ты ли это? Ты не сделала свою работу, Клем. Простая проверка. Хочу посмотреть, как работают новенькие девочки. Реджи. И тебе привет, Билл. Какого фига тут происходит? Слушай, Билл, они новенькие, а мне со своей рукой нелегко. Просто у меня же одна рука. Да заткнись, заткнись, заткнись нафиг. Тебе лучше все объяснить. И прямо сейчас... Билл, пожалуйста, просто похоже, ты хочешь извиниться. Реджи, он... Ой, я не то хотела нажать твою дивизию. У меня не было времени, я был напуган. Да, блин, я не то хотела. Ребята, пожалуйста, можно я переиграю? Привет, Макарон. Ой, слушайте, я не хочу его очень подставлять. Давайте мы выйдем в главное меню, простите меня. Надо сказать, что это была моя вина. Я думала, что там написано «Билл нам все объяснил», а не «Билл нам не объяснил». Короче, Билл... Да, все, продолжаем. Сейчас посмотрим, откуда начнется, но... А, ну все понятно. Да, потерпите, но я хочу выбрать, что, в общем, это была моя вино. Вино было мое, поэтому вина моя. А интересно, можно? Ой, можно только паузу, да, нажать? Ага, ну ладно. Я хотела быстренько пролистать, ладно. Да, подожди здесь, я отнесу рацию вниз, узнаю, что тебе нужно делать. Ничего не трогай. Да, быстро не перемотать, к сожалению. Ну ладно. Hey. Эй. Есть шанс, что не один раз придется. Да не-не, я думаю, сейчас все с первого раза сделаем. Ты в порядке? Я знаю, тебе тяжело. Раньше папа никогда не бил меня, но мы это уже знаем. Он этого не хотел. Это все Карвер. Он говнюк и плохой человек. Так что все запутано, но ты не злись на папу. Папа у тебя молодец. Да, Карвер говнюк, я согласна. Оль, сваливаю на байк-фест, пока собираюсь, буду тебя слушать на фоне лампового тебя стрима, потом пересмотрю в записи. Давай, Макарон, тебе удачного байк-феста, будьте там аккуратны, берегите свои руки, ноги и вообще все туловище. Спасибо за букетик, спасибо. Я в целом про весь сезон. А, Медиус, ну да, возможно, да, не... Светочка, спасибо большое за эликсирчик. Да, я все понял. Да, Реджи тут главный, ясно? Слушайтесь его. Да, без проблем, Тави. О, спасибо, Макарон, за много маны. Так, у нас с вами важная работа, ребята. Мы девчата. Весь лагерь на вас надеется. Я вам покажу, что нужно делать. Все легко. А, и да, чтобы ты знала, Билл на меня наорал. И я ему подлизываю, и не хочу его злить. Да? Поэтому не зли его, пожалуйста. Делай все, как я говорю. Ну, это я так, чтобы вам было веселее второй раз это все слушать. Итак, мы будем собирать эти ягоды, ясно? Отрываем и кладем в корзину. Все просто. Во время занятия этого, если увидите мертвые веточки, берите ножницы, срезайте их и просто складывайте рядом для компоста. Поняли? Но я все равно помогу Саре, просто потом скажу, что это моя вина. Ну, иначе Саре вообще достанется. Слушай, с ней все будет хорошо. То, что случилось внизу, ну это просто трындец. Я не хочу, чтобы она взбесилась и натворила дело. Я не позабочусь, тебе не стоит волноваться. Хорошо, ведь из меня ужасный психолог. Слушай, с тех пор, как я помог ребятам сбежать, Билл следит за мной так, что мне стоит сконцентрироваться на работе. Ты же сказал, больше не будешь этого делать. Да, это было неловко. Я больше не буду так делать. Теперь займусь работой. Просто если мы не поможем Саре, то тогда мы все сделаем, а она не сделает. И в любом случае у этого товарища будут проблемы. Так что лучше мы уж поможем Саре, как
Какая разница, проблемы у него все равно будут. Hey. Эй. Here, watch вот, me. Смотри. Вообще странно, я бы, мне кажется, могла бы и Саре помочь, и себе сделать. Что там эти ветки-то понакрошить? This isn't that hard, это не так уж сложно, Сара. Да, я знаю, я просто боюсь ошибиться. Даже если ты сделаешь ошибку, ну что с того, не бойся. О, черт. О, нет. Ты не сделала свою работу, Клем. Простая проверка. Хочу посмотреть, как работают новенькие девочки. Реджи. Тебе привет, Билл. Какого фига тут происходит? Слушай, Билл, они новенькие, мне со своей рукой нелегко. Прости, у меня же одна рука. Заткнись нафиг. Тебе лучше все объяснить. И прямо сейчас. Билл, пожалуйста, просто похоже, ты хочешь извиниться, но я ведь требовал объяснений. Это моя вина. Наверное, я плохо объяснила Саре. Нет, это не твоя вина. Мы уже говорили об этом, Реджи, разве нет? Но ты ничего не уяснил, да? Уяснил что? Я... Почему бы вам, девочки, не подождать снаружи? Нам с Реджи есть о чем поговорить. Я же сказала, Реджи в любом случае влетит. Спасибо за помощь, девочки. Да не за что. О, а мы ножницы с собой забрали? Что-то не так, Сара? Так, только не прыгай. Она, походу, ножницы вынесла. Ты в порядке? Нет, пожалуйста, Билл, нет, пожалуйста. Так я знала, что кто-то отсюда свалится. Слабость, непрофессионализм. Это все ставит нас под угрозу. Мы не можем этого допустить. Подумай об этом, прежде чем что-нибудь сделать. Спускайся вниз, у Бонни есть для тебя задание. Иди. Привет, настроя. Спасибо большое. За ёську-пёську. О, привет. Итак, тебе нужно отнести кое-какие запасы ребятам, ремонтирующим это место. Это несложно. Просто отнеси им ведро, которое 20 килограмм весит. Да? Куртка отлично тебе сидит. Не знаю, что выдумала Тавия. В чем дело? Клэм? You all right? Reggie, Реджи, Реджи погиб. Что? О чем ты? Его убил Карвер, он столкнул Реджи с крыши. Может, это был несчастный случай? Да, конечно, я слепая маленькая девочка. Спасибо, настроя, за пожелание. Слушай, внимательно, отнеси ведро тем ребятам, а затем возвращайся. И береги себя, ладно? Сейчас не время привлекать к себе внимание. Мне нужно понять, что произошло. Эй, Трой, Клем отнесет ребятам гвозди. Хорошо. Иди. Да, убить Билла и убить Билла 2. Вот прям 100%. Эй, это не твое дело. Живо отнеси ведро ребятам. Просто иди вдоль кабеля. Угу. Слабое место. Я не чей-то чернорабочий. Да пусть сами занимаются этим навозом. Эй, мужики, убирай от меня руки. Ты не заставишь меня делать эту фигню. Я сказал, отвали. Или что, донесешь на меня? Да, прямо сейчас ты реально помогаешь. Да прекратите вы драться. Я и хотел бы, Клем, но этот говнюк испытывает меня. Я просто хочу закончить работу и... Черт! Хватай кого-нибудь, что-нибудь... Все, хватай. Ах.
Сейчас самое время сбежать, на самом деле. Так, где мышка? Мышка появится, мышка? Нате, на еще. А зажать? Где А? Какое А? Подождите, какое А? Блин. Я ползу или меня сожрали? Меня сожрали. А, я не поняла, на русском или на латинском. Зараза такая. Да, хватай что-нибудь еще раз. Давай, мы сделаем это сейчас, со второго раза. Так, надо А на английском зажать, короче. Да я... Я ползу. А ты чё за мной ползёшь? Как ты можешь ползти? Я маленькая девочка. Отлично. Я умная маленькая девочка. Давай, бери... Бери вот это вот. Блин, ну это тяжелая штука. Ее бы даже я не подняла, если честно. Так, там сзади... Сзади я видела отвертку или что-то в этом духе. Отвертка, нужна отвертка. Отлично. О-оу, второго я не выдержу. Отлично, и не придется. Get up. Поднимайся, уходим отсюда быстро. Заставила меня спасти твою жопу, боже. Слава богу, ты в порядке. Ладно, хватит соплей. Вали обратно прямо сейчас. Уверен, у них есть какая-нибудь дерьмовая работенка для тебя. Ну, думаешь, я буду торчать здесь вечность? Теперь мне придется сидеть и нянчиться с вами дебилами. Не можете выполнить простую, блин, работу без надзирателя? А, ага. Я поняла. Вон, там есть вот это вот слабое место же, да? Но. Надо палочку убрать. Ай-яй-яй, стой, это я! Люк! Ну да, черт, ты больно кусаешься. Да крови прокусила. Ты так меня приветствуешь? Я волновалась, все мы. Я тоже рад тебя видеть, малышка. Ладно, слушай, у нас не так много времени. Я шел за вами так быстро, как мог. Я не спал с тех пор, как вас схватили. Наконец-то мне удастся с кем-то поговорить. Они повсюду, у них есть караульные, осматривают все. Чш-чш. На юге от нас стадо скрытней. Я никогда еще не видел такого большого скопления. Карвер говорил об этом. Он надеется, что они пройдут мимо. Да, я слышал, как парни про это говорили, но это не случится, ясно? Они придут сюда. Я знаю это. Не знаю, когда, но они придут, и очень скоро. Но пока я ничего не могу придумать. Как думаешь, когда стадо будет здесь? Я не знаю, трудно сказать, но я думаю, они снесут это место, когда будут здесь. Карвер еще не имел дела ни с чем подобным. Это рискованно. Ну, вся эта ситуация рискованна, но что ж, мы сейчас в ней, такие дела. Нам просто нужен план. Ну, понимаешь, способ спасти тебя и всех остальных. Люк!
Ой, извини, черт. Ладно, Трою не понравится, что ты задерживаешься. Слушай, Клем, нам нужно встретиться здесь завтра, в это же время. Мне нужно, чтобы ты принесла рацию, понятно? Думаешь, у тебя получится? Всего лишь одну из тех раций. Мне нужно знать, о чем они говорят, понимаешь? Я смогу вычислить расписание их патрулей. То есть они повсюду, но так я смогу точно сдать день и вытащить вас отсюда. Но где мне ее достать? Думаю, они хранят их на складе. Точно не уверен. Ну, просто ищи зарядные станции. Они ставят их заряжаться на ночь. Запомни, встретимся здесь завтра. Я постараюсь быть здесь в это же время. Но если не смогу, жди меня столько, сколько сможешь. Мне очень нужна одна из раций. Скажи всем, что со мной все хорошо, ладно? Я беспокоюсь за них. Клементина, выходи, чтоб я тебя видел. Иди. Что ты там забыла? А? Я пряталась от ходячих. Не ходи туда, поняла? Тебе туда, блин, нельзя. Билл передавал по рации, что хочет поговорить с тобой в своем кабинете. Так что живо иди к нему. Можно я приду и скажу ему, Билл, ты дебил? Внесите мне, пожалуйста, такой вариант. Ребекка. Она сильная женщина, окруженная слабыми мужчинами. Я не позволю растить моего ребенка в такой обстановке. Заходи. О, как у него тут кровавенько. Элвин! Он вырубился несколько часов назад, он тебя не слышит. Не придавай этому значения. Зачем ты это делаешь? О, я, у нас своя история, понимаешь? Пара вещей, которые нам надо было уладить. Я бы не беспокоился о его состоянии, будь я на твоем месте, если только ты не хочешь закончить, как он. А теперь... Давай, Макарон, удачи тебе. Давай тебе ни гвоздя, ни жезла. Следи за тем, что ты говоришь мне только правду. И тогда ты не закончишь, как он. Ты, возможно, не поверишь в это после того, что случилось ранее. Но мне нравился Рейнджи. Он был славным малым, поддерживал радость везде и всюду. Нужно иметь таких ребят. Очень легко впасть в депрессию в наши дни. Но он был слаб, и я не имею в виду, что он был калекой. Не в этом дело. Он был слаб духом. Слаб. Как личность. А мы не можем держать таких здесь. На кону слишком многое. Он не заслужил. Ну да, он облажался, но это не значит, что он заслужил смерти. О, еще как заслужил. Видишь ли, Реджи поставил нас под угрозу своей некомпетентностью. Он и до этого нас подводил. Убить одного, чтобы спасти остальных, это и есть часть выживания. Это трудное решение, которое слабый человек не может принять. Вот почему это выпадает на таких, как мы. Мы должны вести людей к спасению. Ты понимаешь? Что ж, я бы хотела, чтобы все было по-другому, поверь, но они слабы, а мы с тобой нет. Это заложено в их природе, следовать, а не вести. Я не такая, как ты. Я разбираюсь в людях. И мы похожи больше, чем ты думаешь. Я даже думаю, что ты осознаешь это. Просто еще не можешь свыкнуться с этим. Иначе ты бы не смогла прожить так долго. Я осознал это тогда, в том доме. Ты была напугана, но продолжала смотреть мне прямо в глаза, сохраняла самообладание. Вот что нам нужно, если мы хотим выжить. Следующее поколение должно быть сильнее, чем предыдущее, дабы вывести нас из этого кошмара. Дети вроде тебя, воспитанные правильно. Мой ребенок будет воспитан так же. Не надо скрыть, не заставляет меня просыпаться. Неизвестно, будет ли он... Простите, я больше об этом не волнуюсь. Что, если ребенок не от тебя? Ну что ж, даже если это и так, теперь он мой. Так, теперь, Билл, ты там? Да, я здесь.
Дверь погрузочной площадки открыта. Трой пытался ее выломать. Насколько все плохо? Перемычки настроены так, что она не закрывается до конца. Не думаю, что это так важно, но надо проверить на всякий случай. Я отправлю его туда, конец связи. Вот же говнюк. Стадо ходячих близко, а он открыл им дверь. Возвращайся во двор. Скоро время ужина. Что-то сериалом запахло, особенно если мелкую заменить на пацана. Да, Медиус, я же говорю, это отсылка к Нигану. Он тоже им проникся пацаном, и он тоже принимал такие решения. Он типа был говнюком и подлецом. Но Ниган мне нравился, он очень харизматичный. А этот просто говнюк. Все мы знаем, что он сделал этим утром. Я не знаю, что этот говнюк сделал еще. Так ты хочешь позвонить в колокольчик, чтобы привлечь стадо? Чем же это лучше? Тем, что здесь будет гребаный хаос, когда это начнется. Всем будет пофиг, где мы. И мы сбежим. Это наш выход. Нужно просто найти способ привлечь их. Твой друг хочет, чтобы нас убили ходячие, прежде чем это сделает Билл. Да что с тобой не так? По-моему, твой план опасен. Вы знаете, что он не это имел в виду. Может, Люк нам поможет? Он снаружи. Ему нужна рация, чтобы следить за охраной. Спасибо. Вот план, за который я голосую. Вы знаете про Люка? Он нам показался, когда Трой не смотрел. Рассказал про план. Сказал, что поговорил с тобой. Если Люк скажет нам, что происходит в карауле, то мы сможем узнать, когда лучше бежать. Звучит разумно. Кто знает, когда это будет? С нами была девчонка в Кроуфорде, которая звонила в колокола, чтобы направлять ходячих по всему городу. Нам просто нужно что-то громкое. Громкоговоритель Карвера достаточно громкий. Если какие-то колонки снаружи здания, они направленные. Трой всегда стоит с ними. Они работают? Я никогда их не слышала. Вообще-то я тоже. Они отключены, но управление находится в офисе Билла. Там переключатель, который может их включить. Откуда ты это знаешь? Спасибо за победу, ребята, макарон света. Я раньше много объявлений делала, один раз случайно включила. Не было никого, кто мог бы слышать. Отлично, просто нужно попасть в офис. Почему ты раньше об этом не сказала? Потому что это ничего не меняет. Мы сейчас говорим не о том, как это сделать, а о том, глупо ли это. И это глупо. Разумно достать Люку рацию и ждать момента. С тобой иногда так тяжело общаться. Нет, все в порядке. Ты тоже не дипломат. Мы должны достать рацию для Люка. Лишняя информация не повредит. Согласна. Ладно, ладно. Мы можем это сделать, но стадо — это то, что нас выведет отсюда. Может, Люк скажет нам, откуда оно ударит. Ладно, достанем этому придурку рацию, он будет нас держать в курсе насчет стада. Мы включим говорилки, привлечем ходячих, чтобы они разнесли это место. И что потом? Найдем пушки и пробьемся. Да не знаю, увидим. Симпровизируем. Тогда это не план. Нельзя планировать импровизацию. Я поняла, в чем твоя проблема. Ты ничего не продумываешь. Если твой план кончается тем, что мы проносимся через стадо ходячих, тогда заруби на носу, что так у нас ничего не получится. Ну, вообще-то, я так постоянно делаю. О, они сейчас узнают, что можно измазываться, и так. Первые слова, которые я тебя слышу, это уже какая-то... Тихо, что ты имеешь в виду? Когда покрываешь себя их запахом, обмазываешься их кишками. Они не отличают тебя от своих. Теперь я не знаю, кто безумнее. Поверь, я ходила через стадо ходячих раньше. Это работает. Нужно просто быть спокойным и убедиться. Похоже, ты знаешь, о чем говоришь. Я уже так делала. Что? Так мы выбрались из гостиницы. Ли намазал меня, и мы прошли через них. Серьезно? Черт возьми. Неплохо ли? Хорошо, что ж мы ждем? Достанем рацию. Нам все еще нужно найти способ попасть на склад. У меня есть планы для этого. Пойдем, девочка, нужна твоя помощь. Мне нравится эта молчаливая женщина. Откуда она вообще взялась? Вот, она мне больше нравится, чем беременная. Просто используем лебедку, она поднимается туда, потом спрыгнет через стеклянный люк на склад. Там много полок и всяких вещей, на которые можно приземлиться. Так что ты, скорее всего, не разобьешься. Отлично. Эта штука постоянно ломается, и если ничего не изменилось, много веса она не выдержит. Ну же, вперед и с песней. Она наша надежда, я серьезно, Клем. Похоже, сейчас или никогда. Моя девочка. Нам нужно спустить веревку. Майкл, подсадишь ее? Пойдем, малышка. А, вот почему Реджи убили, потому что он бы нам мешал. Я держу тебя.
Ну, полезли. В жизни я не умею лазить по канатам даже, не то что по такой тонкой веревке. Но хоть здесь смогу. А, он ее поднимать будет. А, ну так я смогла бы, наверное. Правда, держаться сложно, ее должно колбасить в разные стороны. Постарайся побыстрее, ладно? Не думаю, что они самые зоркие охранники в мире, но и не идиоты тоже. Увидят, что ты не на койке, нам конец. Черт, он возвращается. Я должен отпустить тебя. Нельзя здесь стоять. Хватайся. Я хватаюсь. У нас проблемы. Та-дам, 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 та-ра-ра-рам. Так, ребятки, нам нужно найти рацию, но перед этим надо сделать перерывчик, потому что у меня закончился чаек в кружке. А без чайка я не пойду искать рацию. Мне нужно периодически что-нибудь пить. Так, поэтому мы сделаем сейчас небольшой перерывчик. Кто хочет попить, пописать, welcome. А я пойду долью себе чайка и вернусь, найдем рацию и попробуем сегодня сбежать отсюда. Мне кажется, в этом эпизоде мы по-любому должны отсюда сбежать. Я очень на это надеюсь. Вот, поэтому никуда не переключайтесь, скоро вернусь. Сережа, спасибо за ману.
Так, я тут. Ребятки, мне минут через 10-15 надо будет дверь открыть. Но мы прям не будем надолго прерываться. Я просто игру на паузу поставлю и быстро сбегаю. Так что услышите громкий лай моей собаки. Это... Не пугайтесь. Надеюсь, она залает не в самый ответственный момент. Так, продолжаем. О, нифига себе. Он что-то написал, а я не прочитала. Там, наверное, около 2 или 3 тысяч этих говнюков. На парковке? Нет, не на парковке. Я не вижу их всех, но я вижу пыль, которую они поднимают. Блин, ну как так? Я налила себе чай и забыла его взять. Ладно, пойду открывать дверь и заберу. Как я могу быть уверен? Трындец. Надеюсь, они смогут пройти мимо. Да уж, думаешь, на этот раз мы готовы? Я не знаю, Билл считает, что мы готовы. Конечно, он так считает. Он и в прошлый раз так считал. Мы многому научились с последнего случая. Но хватит ли нам... Узнаем, если они повернут сюда. Да-да. Ага, заперто. Ну, ладненько. А куда нам надо было идти, я забыла. Стеклянный люк. Давайте посмотрим. У нас есть человеческий люк и стеклянный. О, это кабинет Карвера. Хм. Окей. Так, что тут? Дверь выхода использовать чаще сейчас. О, тут чуваки стоят. Нормально, я тут такая хожу, брожу. Так, сюда нам? Наверное, сюда. Что, закрыто? Не сюда. Так, ладно. Ага, сюда нельзя, да? Так, стоп, тогда вернуться надо. А, то есть они там стоят на крыше, они меня не видят, да? Ну, я надеюсь, что не видят и не увидят. Так, значит, нам сюда куда-то. Да, вот там-то еще один стеклянный люк. Наверное, мы туда полезем вниз. Давайте сначала на него посмотрим. Ага, склад, рация. Нам сюда. Открываем. Как я туда спрыгивать буду? Куда я полезла? Я высоты боюсь. А, я поняла. Тут все удобненько. Special for me. Оу. Тут эта вредная баба. С Реджи фигово получилось. Да. Думаешь, Билл, продолжай. Нет, мне просто интересно. Думала ли ты, что Билл, возможно... Да говори уже, Хэнк. Думаю, Билл не собирался принять его обратно. Ты так думаешь? Да, ты? Я не знаю. Скажи серьезно, ты думаешь, мы готовы? Думаю, да. Ну, по крайней мере, в данный момент. А вот если их станет еще больше... Они стоят там и просто стонут. Именно это они и делают. Это сводит меня с ума, очень нервирует. Я знаю, о чем ты. По идее, мы уже должны были привыкнуть к этому. Я так не считаю. Никогда не приходилось привыкать к легкому жужжанию. Все-таки совсем другое дело, когда... Да, тут я с тобой согласна. Так что ты делаешь завтра? Билл хочет, чтобы я починила эту дверь. Так вот, почему ты там? Да? Напомни, что с ней случилось? Да, Трой вломился в нее, когда мы привели пленных, в смысле новых людей. Видишь, трудно не называть их пленными. В общем, я осмотрела дверь, думаю, что у нас нет всего необходимого для починки. Боже, серьезно? Мы переработали кучу хлама, чтобы построить это место. Даже не знаю, хватит ли у нас... Она на меня смотрит. Смотрит на меня. Понадобится больше места, и тогда... Я не знаю, Хэнк, план убила. Слушай, пока пусть будет так. Давай поговорим позже. Ладно, поговорим позже. Да, позже. Да, пока-пока. Пока. Да возьми ты ее. О, ребята, секунду. Сейчас, одну секунду, я сейчас буду.
Так, я здесь, все нормально, продолжаем. Так, мы украдем или нет эту рацию? Давай. А, надо держать, может быть? Ага, опа, вот так надо было. А я две взяла? А, ну, правильно, запасливая мышь. You can't be smoking back here. Ты не можешь Винс, здесь ходить. Да, Винс, Винс, да ладно, тебе не впаривай мне эту чушь. Если Билл нюхает здесь запах дыма, он взбесится. А чем ты думаешь? Я не позволю, чтобы в этом обвинили кого-то другого, черт с два. Винс! Винс! Винс, Винс, да ладно тебе, Винс! Винс. Пронесло. Отлично, рация у нас. Пс, пс. You get him? Достала? Okay, jump ладно, down. Прыгай, я ловлю. Прыг. Ого, спиной прям. We best get in bed. Лучше лечь в кровать, Трой вернется в любую минуту. Well? Ну? Got him. Достала. Главное, что рация в самый неподходящий момент не заговорила. Все оставайтесь там, где сейчас. Не надо привлекать внимание. Это было круто. Спасибо, Клем. Я же сказала, что ты, скорее всего, не разобьешься. Отличная работа. Спасибо. Да? В общем, отдохни. Сегодня я думал о Даке, о его глупой маленькой мордашке. В первую очередь, я всегда вспоминаю все те глупости, которые он делал. Малыш постоянно носился кругами, где бы мы ни были, никак не мог остановить его. Из-за этого трудно вспомнить, что он был хорошим мальчиком. Завтра нас ждет долгий день. Один долгий день. Да, походу, сейчас будет битва. Итак, что будем делать? Кто-то должен передать рацию Люку. В чем проблема? Нам нужно решить, кто это сделает, прежде чем... Вот, прежде чем вот это вот. Time to get up. Пора вставать. Daylight's burning. Утро уже. Надеюсь, вы выспались. My dad? А где мой отец? Он там же, куда сейчас пойдете все вы. На работе. Ребекка, Ник, Сара, Джейн. Если хотите поссать, то сейчас самое время. Перерыв у нас будет не скоро. За остальными придет Трой. А что делать нам? Как я уже сказала, за вами придет Трой. Ладно, если мы собираемся бежать отсюда, пора действовать. Нам придется объединиться с Люком, других вариантов нет. Я справлюсь. Где место встречи? Майк. Да? Это должна сделать Клементина. Да ты, блин, издеваешься. Без обид, но это безумие. Она ведь ребенок. Зачем? На это есть миллион причин. Она знает Люка, она умеет прятаться. Да, именно она добыла для нас рации. Да кому какое дело, и Майк, без обид, но для меня это просто хрен с горы, ясно? И если я доверю кому-то что-то важное, то только ей. Кенни прав, я должна это сделать. Не делай глупости, чтобы заслужить чье-то уважение. Ей не нужно твое уважение. Дай мне рацию. Итак, цыплятки, пора работать. Ладно. И не думайте, что сегодня будет так же просто, как вчера. И если я замечу что-то, то пеняйте на себя. Большие петухи будут присматривать за вашими жопами весь день. Усекли? О, он себя петухом назвал. Уяснили? Живо отвечай, девочка. Да, сэр. Привет, Са. Пойдем. О, у тебя карманы вывернуты. О, привет, Эдвин. Спасибо за сердечку. В следующий раз не забудь поправить, ладно? Let's go. Идем.
Эй, она со мной. Черт, чуть не забыл. Yeah. Да. Well, ну, тогда забирай ее, мне плевать. Погоди, что происходит? Забей, мелкие бытовые хлопоты. Пошли, малышка. Не дайте ей передохнуть, не дадите? Really ей будет лучше с нами, с людьми, которых она знает. Okay. Да я не против. It's okay. Все нормально. Come on. Пошли. Спасибо, Настроя, за юську-пёску. Я просто хотела убедиться, что ты в порядке. Я не поверила тебе, когда ты рассказала Реджи и тут же пошла к Биллу. Думала, что даже если он и сделает, то у него есть какое-то оправдание, но... Билл говорил об этом как о чем-то обыденном, будто он выдернул сорняк или что-то в этом роде. Будто так и должно было быть, и от этого кровь стынет в жилах и мурашки по коже. Ой, потому что внезапно осознаешь, что человека, которого, как тебе казалось, не существовало. Ты выглядишь взволнованно, Клементина. Что-то случилось? Блин, у меня дежавю, ребята. Это уже все было. Ты же знаешь, что можешь поговорить со мной. Я поступила нечестно, когда мы впервые... Ты можешь доверять мне, Бонни? Я предпочла бы быть с людьми, которым доверяю. Я понимаю, что тебе не по себе. Не буду заставлять тебя быть тут, если ты этого хочешь. Возвращайся, будь с Кенни. Да, жалко ее, конечно, я очень хотела сказать ей про Люка, но, блин, я все равно ей не доверяю. Она типа такая боится, но делает так, как нужно. Ну, в смысле, так, как хотят от нее, а не так, как нужно. Короче, сомневаюсь я в ее намерениях, поэтому я думаю, она может быть... Вам бы лучше поторопиться. Ненавижу быть нянькой. Люк? Люк? Люк, это я, Клементина. Можешь выходить. О, ребятки, спасибо за фолловы. Вас теперь так много. Так, что это тут такое? Блин. Похоже, она здесь давно. С ним должно быть все в порядке. Люк, так где он? Люк, Люк, это твой отец. Люк, если ты прячешься, выходи. Да богом клянусь, ты об этом пожалеешь. Я просто... Ты не должна здесь быть. Как же ты меня бесишь, блин. Вы здесь всего один день и уже успели облажаться. Скоро узнаете, что с вами будет. Шевелитесь. Эй! Блин, и чё, я рацию даже не оставила нигде. Туда пошли. Так вы нам оплачиваете за наше доверие? Предательством? Обманом? Воровством? Что происходит? Know, не знаю, Клем. Что бы вы ни планировали, этому пришел конец. Нельзя убежать от своих проблем. Нельзя просто уйти, когда становится трудно, потому что вам незачем куда-то идти, да и некуда. Трудности — это все, что у нас осталось. Бейте себе это в башку, блин. Люк с нами, он вам теперь не поможет. Вы можете помочь себе. Можете помочь мне простить вас. Начните вот с чего. Скажите мне, где еще одна рация? Считаю до трех. Если рация не окажется у меня в руке, то ситуация примет печальный оборот. Блин, и что делать, и что делать, и что делать? Раз. Два. Я нашла... Она у меня, я ее взял.
Нет. Right. Все хорошо. Только не Кенни, пожалуйста. Sorry about that. Извини за это. Sure, о чем я только thinking. Думал? Три. Fucker. Курва. No! Нет! Jesus Christ, господи, stop! Да остановись! Остановите его кто-нибудь, Sorry, отпусти Jesus, меня! Stop! Стой, Клементина, помоги мне! This, не делай этого, Билл! No! Stop it! Нет, Кенни, Кенни! Кенни! Да блин, я нажала помочь. Ты нормальный вообще, блин? Ребенка бить. Как они меня бесят, ребята, как я хочу им отомстить. Билл! Enough, хватит, Билл, Билл, пожалуйста! Билл, у нас прорыв! Ладно, все за мной. Бонни, оставайся здесь. Следи, чтобы эти люди больше не создавали проблем. Да, хорошо. Сегодня вы все останетесь без ужина. Может, пустой желудок вас чему-нибудь научит. Иначе завтра мы это повторим. О, жесть какая. Блин, он же живой? Сделай все возможное, Карлос. Ты должен поднять его на ноги, потому что сегодня мы уходим. Уходим сегодня. Блин, надо было и довериться. Но я рада, что я не доверилась. И, в принципе... Блин, хотя она мне могла сказать, наверное, про Люка. Просто бездушные звери, блин. Что она сказала? Она сказала, что сможет вытащить нас из загона, если мы включим громкоговорители и... Это хорошо. Ничего хорошего. Мы можем вообще доверять Бонни? У нас нет причин не верить ей. То есть, если бы она хотела нас сдать, то сделала бы. Но сегодня идти слишком опасно. Это и правда опасно, ребята. Опасно? Ты видел, что этот говнюк сделал? Слушай, план работает, ничего менять не надо. Все готово, все самое сложное сделано. Этот парень, он сумасшедший, кто знает, что еще он выкинет. Да, но сейчас у нас есть парень избитый. Сарита не в состоянии что-то делать, да и я тоже в хламину. Слушайте, нам надо отдохнуть, согласны? Нам нужно переждать, пока не появится возможность. Бонни согласилась помочь нам сегодня. Это не значит, что он не сможет сделать это в другой день. Я не знаю, ребят, Люк прав. Может, стоит подождать? Мы не будем ждать. Там ничего нет, ребята. Поверьте, я смотрел, нет еды, ни припасов, они все вычистили. Где Кенни? Док работает над ним вот там. Выглядит он не очень. Вот о чем я и говорю. С ним все будет в порядке. Его глазница разбита. Сомневаюсь, что глаз будет видеть. Я его стабилизировал как мог, обработал глаз, снял отек, перевязал, но пока он не очнется, мы не узнаем, есть ли повреждения мозга. Спасибо, Эдвин, за победу. Блин. Ладно, слушайте, может, я сейчас буду адвокатом дьявола, но если... О, черт, если мы действительно уходим сегодня, тогда надо думать о том, что придется оставить кого-то. Нет! По-другому никак. Это фигня какая-то. Ну, мне это тоже не нравится, но кто... Знаете что? Такая уж у нас ситуация. Мы с Кенни здесь только из-за вас, и теперь вы хотите нас бросить? Нет, мы не бросим Кенни. Это несправедливо. Мы должны держаться вместе. Жизнь несправедлива, Клем. Мы просто стараемся найти лучший выход из плохой ситуации. Никто не хочет бросать Кенни. Хорошо, потому что вам не придется этого делать. Я в порядке, дорогая. Мы уходим сегодня. План не меняется. Неплох, старик. Да, спасибо, засранец. А ты крутой говнюк. Разве крутых говнюков бьют у всех на глазах? Ты в порядке? Это не твоя вина, ясно?
It's all right. Все в порядке. Я всех обнимаю. Да, я люблю обниматься. Чего ж тут поделать? All right. Ладно, well, тогда что теперь делать? Валим отсюда. Like now, now. То есть прямо сейчас? Yes. Да. Куда двинемся? Ну, на случай, если станет хреново, и нам придется бежать, то нужно придумать место встречи. Мы можем встретиться у Паркера. Это что еще за фигня? Место гражданской войны в паре миль на север. Завлекалово для туристов. Знаки по всей дороге. Мы остановились там, когда сбежали в первый раз. Люк и Карл знают, где это. Это не так уж далеко. Но если ребята знают, где это, то это место будет наше проще найти, если мы разделимся. Надеюсь, сработает. Значит, нам осталось только включить громкоговорители, да? Но мы еще не обсудили, кто это сделает. И все на Клементину, да, посмотрели? Или, естественно, я сделаю. Я самая смелая мелкашка среди вас всех. Она и есть план? Тогда подсадите меня. Не забудь нажать кнопку возле внешних громкоговорителей. Внутренние не привлекут стадо. Она на пульте управления микрофоном. Точно. По умолчанию они поставлены играть музыку, так что нужно просто включить, ясно? А потом забирайся обратно на крышу, а затем на склад. Будем ждать тебя там. Спуститься в офис, включить внешний громкоговоритель, усилить микрофон, подняться на крышу, встретиться с вами на складе, верно? Отлично. Ой, я только не запомнила. Ребята, если что, подсказывайте мне. Я на склад включить громкоговорители внешние. Микрофоны. Клем, забери Элвина с собой. Да как я его заберу? А, или он живой? Элвин! Элвин! А если он уже зомби? Элвин? Элвин? Ты в порядке? Так, ладно. Элвина мы пока не берем. А, ну хотя надо его, может, потрясти. Нет, надо сначала включить громкоговорители. Либо растрясти Элвина. А вдруг он зомби? Так, сейчас давайте подумаем. Если его растрясу, он зомби, мне придется его убить, я могу привлечь... Но если я включу микрофоны и потом буду трясти Элвина, у меня будет очень мало времени на то, чтобы как бы его собрать. Давайте сначала его растрясем. Да, Элвин не в порядке. Ладно. Не, ну, молодцы, конечно, они мне сказали Элвина забрать. Вы видели Элвина и меня, блин. Так, система оповещения, смотрим. А, внешние динамики включить... Так, ну давай включим внешние динамики. Okay, хорошо, теперь микрофон. Да, давай, давай. What? Что? Что-то не так. Нет, где они? Вон, внизу лежит диск. Come on. Ну же. Please work. Пожалуйста, заработай. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with House full line of products to meet your grilling needs. Он все-таки... Элвин, ты в порядке? Но глаза вроде не мутные. Карвер болтает всю эту чушь своей крутости, а сам хранит мелкий пистолет, самый мелкий пистолет в мире. Это что-то забавное. Нам же нужно идти. Нам пора бежать. Я никуда не пойду. А ты пойдешь. Иди. Я хочу вернуть должок. Нет, мы уходим, мы все уходим. Я не могу передвигаться, малыш. Я сошел с дистанции.
Давай ты, нет, я просто пойду туда, и тебе нужно уходить отсюда, они будут здесь любую секунду. Спасибо. Позаботься о моих девочках. У меня такое чувство, что это будет девочка. Просто предчувствие. Иди. Так он убил не Карвера. Какого-то говнюка убил. О, вы видели там на задних рядах? Какие-то они все одинаковые. Блин, сейчас сзади это еще курва будет меня догонять. А нет, не догнала. Не хочешь уважать меня, отлично. Хочешь отказаться от жизни, которую я стараюсь построить для всех. Назданный фиг с тобой. Хочешь сбежать с этой вонючей группы искалеченных выродков? Да ну и хорошо, дело твое. Но я засажу пулю в этого малыша, прежде чем снова позволю тебе уйти с моим ребенком. Он не твой. Ой, ой, ай. Давайте, вас много, он один. Назад. Ну же, Люк, это совсем не твое дело. Клем, где? Почему Элвин не с тобой? Где он? Элвин. Ребекка, я... О, боже, мне очень жаль. Убей его. Ребекка, милая Ребекка, боже мой, как мы дошли до такого, ты и я. Это просто небольшая разборка с заключенными. Пристрели его. Просто пристрели его. Что? Нет, я не... Нельзя таких оставлять, блин. Он детей бьет. Идите, и ждите снаружи. Нам нужно идти. Кенни, пожалуйста. Мне понадобится всего лишь минута. Иди, тебе не нужно это видеть. Эта девочка видела больше, чем ты можешь себе представить. Закрой пасть, Билл. В этой сволочи нет ни единственной. У нас нет на это времени. Я найду время. Посмотрите на себя, да вы же гребаные льстецы. Вы даже не знаете, насколько жалко вы смотритесь. Все нормально. Ты научишься. Ягнята на закле... Без пастуха, который направит вас. Клементина отлично знает, о чем я говорю. Пойдем. Ну же, Клем. Да, и какой крутой ты теперь. О, да ладно тебе, Клементина, не будь такой, не убегай. Ты же знаешь, что сама хочешь видеть это. Шоу. Кого ты пытаешься обдурить, а? Я тебя знаю. Я знаю, кто ты. Пошли. Да, уходи, я выпускаю овечку из загона. Посмотрим, насколько ее хватит. Я буду тут. Ты ничего не увидишь. Забавно слышать это от тебя. Как твой глаз? Просто ориентируйся на мой голос и найдешь меня. У тебя чертовски хрупкий череп. Надо было избавить тебя от страданий прямо там, а теперь погляди на себя. Ты ужасно выглядишь. А где остальные-то? Это не тот Кенни, которого я знала. Я думала, что смогу спасти его. Да блин, нельзя таких идиотов оставлять живых, они потом догонят и будут мстить. Не-не, я в порядке, пойдем, у нас и так есть о чем волноваться.
Блин, да нам ни за что отсюда не выбраться. Ты издеваешься? Если справилась с Клем, то и ты тоже сможешь. Черт, я думала, они придут с юга. Они и пришли. Похоже, мы в эпицентре. Блин, это трындец. Вот, тебе это понадобится. Спасибо. Так, нам же надо измазаться, ребятки. Я нажала. А, и вот эти начинают подходить. Вам лучше побыстрее размазать это по себе, если хотите жить. Или вы можете умереть здесь. Мне без разницы. Сделай это побыстрее. Нужно успеть прежде, чем они... Я первая. Ты хочешь намазать это на себя? Нам придется, Сара. Так, теперь ты. Повернись. Пахнет отвратительно. Да ладно. Всем заткнуться нафиг. Все будет в порядке, дорогая. Просто будь рядом. Ты уверен? Уверен. Тут нечего бояться, если успокоиться. Я буду приглядывать за тобой. Скорее, блин. Повернись, я помажу тебе спину. Да, курточка пригодилась. Мы не можем торчать тут весь день. Все готовы, они уже почти здесь. Да какого фига здесь происходит? Что это за дурдом? Кто-нибудь скажите что-нибудь, пока я не начал. Эй, не смей даже об этом думать, говнюк. Я тебя прикончу, слышишь меня? Трой, мы уже говорили об этом. Что? Что за фигню ты мелешь? Я говорила тебе, что хочу выбраться. Ты сказала, что если помогу тебе, ты поможешь мне. Я думала, ты говорила о том, чтобы я помог тебе выйти из загона. Ни слова об этой фигне. Да. Зато теперь мы можем уйти. Трой, ты можешь пойти с нами. Что? Сейчас его сожрут. Что ж, и куда мы пойдем? Подальше отсюда. Вместе. Черт, как же тебя несет. Тебе не помешало бы применять ванну перед тем, как мы... О-хо-хо. Да, Медиус, я согласна. Надо убивать их, они будут нас догонять. Блин, запомните, идите и двигайтесь. Как они, и тогда вы пройдете через стадо. Просто если оставлять их в живых, вот именно таких, как Карвер... то они же будут преследовать. Он уже первый раз преследовал, и долго. Это Тави? Спокойно. С вами все будет в порядке. Не бегите. Следи за Сарой. Тихо, дорогая. Клементина, мне нужна твоя помощь. Успокой ее, прошу, просто скажи ей что-нибудь. Ты же ее подруга. Пап! Папа! Пап! Сара? Сара, возьми себя в руки. Сара, ты меня... Да твою ж дивизию. Это Сара, блин. Сара будет без руки. А, это не Сара. Блин, надо... Мы потом ей руку отрубим.
Да, руку-то можно всегда отрубить. Если бы я отрубила бы ей руку, этот не факт, что не отстал бы от нас в следующем эпизоде. Sarah's glasses. Это очки Сары. She's gonna get someone killed. За нее нас всех убьют. If I had said I Если had бы the я сказала, что рация у меня, то Карвер бы не разозлился так сильно. Don't ever think that, не смей винить себя, милая. Неизвестно, что сделал бы с тобой этот говнюк. So how's it look? Ну, как выглядит рана? Я буду таким же красавцем, как и раньше, когда она заживет. Тебе нужно пройти через ходячих, не привлекая внимания. Что ты будешь делать? Только не сейчас. Не сейчас, блин. Блин, где этот глюк? Они все погибнут, Клементина. Не дай им забрать тебя с собой. Угу. Так, ну что, давайте почитаем статистику, а потом поболтаем. Так, помогли ли мы Саре с ну вот, ягодами? Да, мы и большинство игроков помогло. Ну, понятное дело. Сказали ли мы Бонни о Люке? Ха, смотрите, большая часть не доверяли Бонни. Ну и правильно, да, мы как большинство поступили. Так. Так, что мы... А, смотрели ли мы, как Кенни убивает Карвера? Нет, мы свалили. Так, что вот это такое? Волки-толки. Что такое волки-толки? Какой-то устойчивый... Этот устойчивый оборот. 67% игроков. Непонятно. Ну, в общем, мы поступили как большинство. Так, отрезали ли мы, в общем, руку Сарите? А слушайте, большинство-то все-таки рубануло по руке, а мы нет. Но мне кажется, это логично. Если бы мы по руке ударили, то она бы еще больше заорала. Не факт, что мы бы с первого раза ее отрубили. И, в общем, зомби мог бы ее догрызть где-нибудь в другом месте. А так мы убили зомби, а руку можно, слушайте, и попозже отрубить. Это всегда можно сделать. Спасибо, настроя за ману. Слушайте, ну, я так понимаю, что в следующем эпизоде у нас появится ребенок, судя по вот анонсу, который мы только что посмотрели. Я рада, что Ник жив. Вот, Элвин, конечно, молодчага, и я рада, что мы, да, добили таки Карвера, потому что нельзя таких застранцев наглых оставлять, вот. И нас стало больше. Бонни я еще не до конца доверяю, но думаю, она вольется, и мне очень нравится эта девушка скрытая, я думаю, она займет какую-то тоже главную роль. Ну что, на этом, пожалуй, все. Я постараюсь сегодня-завтра записать вам еще видосик для Бусти, чтобы в понедельник его опубликовать. Завтра, скорее всего, стрима не будет. Если получится, я, конечно, очень постараюсь, но это вряд ли. Вот, поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что были, поддерживали, писали и смотрели. Всем вам почтение. Привет, Леха, и пока. Вот. И увидимся, скорее всего, в понедельник. Медиус, спасибо за ману. Все, ребятки, пока-пока.